Всем привет! Сегодня пришла посылочка ко мне от мегазаказа. Заказывал первый раз у них на одежду из магазина Old Navy. Думаю, что многие знают этот магазин. Очень много отзывов было нелестных о них, о качестве товара, собственно говоря, вообще в целом. Ну, будем этот миф, так скажем, уничтожать. Буквально за... Сколько? За 17 дней пришла посылка, 28-го я оплатил ее. И сегодня у нас получается 16 января, и вот, собственно говоря, я ее уже получил. Заказывал две футболочки и джинсы, если я не ошибаюсь. Да, вроде бы джинсы. Ну что ж, открываем. Довольно-таки плотная упаковка. До этого все приходило в коробках с фирменными логотипами Old Navy. Ну и тому подобное. Главное ничего не порезать. Так, наверное, сейчас открою как-то. Попробую одной рукой. Так. Ой-ой-ой. Так, ну что ж. На почте не стал, кстати, проверять. Отправлять через новую почту. Не стал, кстати, проверять на почте, потому что скотч не был разорван. Значит, в посылке не рылись. Уже хорошо. И по поводу новой почты тоже очень много нелестных отзывов. Итак, трали-вали. Тра-ля-ля. Вот. Видно джинсики. Сейчас я их попробую достать. Ага. Еще чуть-чуть разорвать. Сразу сори за качество видео. Уж простите. Дальше. Вот. Доставил джинсы. Заказывал, кстати, до этого... Вот такой вот логотип. 34-34. Это у нас идут Old Navy Slim. Slim. Чем мне больше всего нравится, тем, что они в голени не... Как это объяснить по-правильному? Более, скажем так, узкие, не калошами, как, например... Часто можно встретить. Чем, собственно говоря, мне и очень нравятся эти джинсы. Брал пошив стрейчевый. То есть они не растягиваются, что очень хорошо. Так, сейчас покажу более в открытом их виде. Они, кстати, на сайте еще есть. Вот такие вот джинсики. Вроде бы на картинке немножко не светлее. Так. Даже да, чуть светлее, но, собственно говоря, мне очень даже нравится. У меня таких джинсов еще не было. Все какие-то темные, синие, потертые, тут вот беленькие. Материал, кстати, как и до этого я брал. Такой же приятный, мягенький. Очень хорошее на тело. На лето самое оно, как говорят. Такие вот сзади. Довольно-таки светлая. На картинке не переливами, а здесь они более светлые. Но мне лично очень нравится. Итак, что у нас здесь еще? Еще у нас здесь должно быть две футболки. Ага. Так, футболка номер one. Вот такая футболочка. В Украине я покупал себе всегда XL, а на Old Navy я беру себе L-ку. Кстати, один раз обжегся, тоже взял себе XL, и они были на меня очень и очень большие футболочки. Несколько штук. После того случая беру себе всегда L-очку. Сидят отлично.
как вписанные, как вписанные. Так, какая-то грязь. Шутка. Вот такая вот футболочка. Тоже, кстати, на сайте она еще вроде бы есть. Поэтому, если вам понравилось, то заказывайте. Материал, как всегда, очень приятный. Катон, между прочим, не синтетика, как у нас продают в магазинах. По 170 гривен. Очень приятный материал. Вот такая вот одна серенькая футболочка. А вторая должна быть беленькая. Так, декларация. Декларация. Ну, как видите, собственно говоря, все пришло. Все пришло то, что я заказывал, поэтому... Если чего-то боитесь, то заказывайте смело. Весь товар, который вы заказываете, обязательно придет. Вот такая вторая футболочка. Тоже Элечка. Материал, конечно, не такой, немножко отличается от предыдущей, но все же довольно-таки необычный и приятный. Ну, собственно говоря, на этом, наверное, буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто смотрел, ну и приятных вам покупок!